Йо, друзья, всем вновь привет, с вами Итан, продолжаем играть мы Spec Ops The Line. Крайне интересная игра, интересный шутер. Ох, твою ж ты мать, сколько их там. Я убил этого ублюдка, ну, психа именуемого в простонародье. Так, этот ублюдок меня сейчас прикончит. Гранат нет, ничего нет. Отдыхай. Heavy Trooper. Даже не знал, что это он. Самый. Наверх. Начинается шторм, и нам придется здесь, мне кажется, не сладко. Дробовик возьмем, греночки возьмем. Так, друзья, давайте, наверное, здесь будем находиться. Готов. Так, гренку. Готов. Кто-нибудь есть еще из желающих нам противостоять? Или все, огонек пропал? Готово. Всех. Сейчас с ним свяжемся. Быстрее. Так, 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 52 метра. Мы сейчас успеем. Твою мать! Мы теряем личный состав. Черт. Блин, конечно, я лично перед тем, как сесть за игру, знал, что она запрещена в Арабских Эмиратах, но типа только из-за того, что показан город в не очень приятном ключе. Но здесь, конечно, действительно очень много насилия, всего такого, как оказалось. Ну и драмы, соответственно. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Я такого, честно говоря, не ожидал, что еще... Тут мы должны людей типа расстреливать, и нашего товарища вздернули, блин. Зло порождает зло, как вы, наверное, знаете.
Так, это оружие мы еще ни разу не использовали. Тар. Интересный ствол. С самого начала он был у луга. Это, кстати, наверное, его и есть оружие. Sergeant Lugo is dead. For that, I will give no quarter. You brought this on yourself. Мы добрались до цитадели. You okay? Джона Коннорда. Do I look okay to you? What happened to Lugo isn't our fault. Don't tell me what I already know. Lugo's blood is on your hands, not mine. Bang. Все-таки насколько они изменились с самого начала и теперь какие они стали? Тема войны здесь, конечно, очень хорошо раскрыта. Глава 14 «Мост», друзья. Я вам представляю. Готовы ли они к бою? Блин, чертовски плотный огонь. Ну, это оружие, кстати, шикарное. Просто шикарное. Смотрите, сколько здесь гранат. Бой будет тяжелый. Главное нам правильно этим сокровищем распорядиться. Так, давайте вон туда. Ах, как неудачно. Даже этого не захватили. Так, плотный огонь. Туда, может, закинем хоть. Оу-е, ну хоть что-то. Три осколочных у нас еще есть. Да, пошли, пошли, пошли. Ах, он обманул меня. Ушел через другой выход. И еще подкинем им добра. Прошла. Сейчас как-то и стрелять стали уже более, скажем так, опытнее, что ли. Красавчик. Веночки бы еще найти, вообще было бы просто офигенно. Мы в логово прям зла входим. Блин, как мне этот тар нравится, настолько он... Маленькая у него отдача, что просто приятно пользоваться. Так, гранаты, что ли, полетели? Сейчас, сейчас, сейчас. Нельзя же упустить. Стики. Пошли. Давайте почитаем.
право поведения. Как представители специальных сил, мы должны подавать пример местному населению, поэтому бойцы обязаны соблюдать следующие правила. Следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, близкие контакты с местным населением строго запрещены. Находясь на дежурстве, не включайте музыку и другие источники звука слишком громко, чтобы не тревожить местное население. Запрещено использование наркотических средств и стимуляторов, за исключением прописанных медслужбой. Потребление алкоголя ограничено одной бутылкой пива на человека в день во время приема пищи. Участвуйте в спортивных мероприятиях, значит, допуск будет аннулирован. Каждое нарушение влечет за собой до 5 выговоров, 5 выговоров, официальное предупреждение, 10 выговоров, 2 недели принудительных работ, 15, публичная порка. Мародерство и злоупотребление полномочиями неприемлемы и караются строжайшими дисциплинарными взысканиями. Вот так вот. Так, ну что, Адамс, ты готов? Он готов. На верхнем ярусе мы сейчас оказались. Не знаю, можно ли ротонды назвать? Оу, сразу. Прям огонь. Конкретный. Вы посмотрите, как охраняется-то. Крепроем целый. Еще и... Офигеть. По своим открыл огонь. Блин. Твою ж мать, что это за ад? Охренеть. Так, можем ли мы вынести вон то? Отлично. Блин, сколько он кровищи-то оставил. Посмотрите просто, сколько кровищи он оставил. Блин, опять дот активировался. Ух, мы оставили очень хорошую пушку с гранатами ручными, которую я хотел. Так, патроны нам пригодятся. И отлично, для РПГ у нас тоже есть они. Оу, просто найс. Так, РПГ нам не надо. Давайте, наверное... Блин, а где я лежал-то? Да, вот он. Никого нет? Отлично, ну сейчас постреляем. Блин. Блин, ничего нет. Ну, потихоньку, друзья, будем защищать, потому что других возможностей нет. Пока что. Так, что у нас по этому? Памтаро. Ух ты. Да. Так, ну что, бежим. Что-то я замедлился. Давайте. Так, стоп, перемахиваем. Через препятствия.
Адамс, ты жив? Я чертовски этому рад. Так, да не будем, наверное, ничего менять, мне все устраивает. В два сейчас ствола отработаем. Отдохни. Ух, какой же плотный огонь. Гранаты нужны просто чертовски как. Отдохни. Сучёныш. Так не пойдет. Ух, ну и бой был. Просто лютый бой. Так, ну что, давайте сюда. Твою ж мать, это Луга. Блин. Это не Луга, это грёбаный боевик. Это все, это уже петля, ребят. Нас настолько плющит. Насколько мощно это оружие, я даже не мог подумать, если честно. Именно после того, как я в прошлой серии или позапрошлой нашел его, я зашел в Вики и почитал. Вообще, что это за вещь такая? Так. Как мы можем взять его? Странно. Почему он не берется? Вроде бы лежит, лежит. Неужели у нас максимум боеприпасов? Я что-то в этом сомневаюсь, если честно. Отдыхай. Да, огонь такой. Давай. Готов. Так, не погибай, Уокер, не погибай. Отлично, он просто молодец. Don't you dare!
Well, fuck you then. I didn't come this far to surrender. It's the only way inside that tower. The fuck's sake! Give it up! The mission's over! We fail! Not while I'm still breathing. Fine! Then keep breathing! Run, motherfucker! Твою мать, побежали. Впереди нас ждет очень-очень много ответов, друзья. Но это уже будет в следующей серии. Это мы сейчас буквально через пару минут, я думаю, завершим. Если, конечно, ответы не сейчас появятся. Разумеется. Глава 15, добро пожаловать, друзья. Ну что ж, на этом у нас эта серия завершена. Впереди нас ждет финал, 15 глава. Всем всего хорошего, всем удачи, пока, увидимся на канале. Оставайтесь на связи, с вами был Итан.